Значит, до понедельника. До понедельника. Алик Магарамович, до понедельника вот этого павильона не будет. Поэтому можете здесь делать благоустройство. Ну, как на ребят, мы сразу установили. Вы все делаете, значит, то, что можно делать. Нет, что можно будет сделать. Да. Здесь же тоже отсыпаете, да, правильно? Да. Здесь? Нет, да. Извините, да. Вот здесь должен быть асфальт для того, чтобы подвозить сюда планировалась машина, если его не будет, этого павильона. А зачем асфальт? Да. Вы что-то цепляете сейчас, а будешь, не в ту сторону. Нет, нет, у нас вот на бурсатку, да? Да. Вот, именно это участок асфальт. Асфальт. Да, вот так оставим мы. Я сейчас говорю немножко, чуть-чуть назад отматываю. Угу. Нам надо, чтобы здесь была ровная площадка. Значит, по проекту что у вас здесь? По проекту первоначально была брусчатка. Так. Потом, так как стоят павильоны, и дальше планировалось еще 4 павильона, то было принято решение, новое выдали, чтобы здесь был асфальт, потому что, чтобы машины приезжали и разгружали товар. Все, здесь этого павильона не будет. Ну вот, значит, новое надо проектное какое-то решение. У нас просто, видите, мы отсыпку можем делать по типам. Для брусчатки у меня один тип, а для асфальта у меня другой вообще тип. Вообще было бы очень хорошо, если вот этот павильон уберется, да, и, соответственно, здесь либо уложить брусчатку, да, либо сделать тоже какую-то посредине клумбу, чтобы можно было цветы выращивать, и мы, наш же, кто павильоны здесь находится, допустим, следили за этой клумбой. Так же, да? Слышал, да? Проблема была номер один павильон. Да. Хозяин решил убрать. Все, за это им все равно спасибо. Здесь будет хорошая площадка, поэтому архитектура. Да. Принимайте меры, что здесь как по минимуму, понимаю, здесь фонтан мы не сделаем. Накладно, да, все это будет. Но, допустим, может круглую клумбу, чтобы цветочки можно было выращивать. И вы за это возьмете, да? Мы также. А? Арт-объект, я не знаю, может быть еще, не может быть, а подключится этот объект. Единственное, одному будет сложно. Кто здесь находится? Клумбу. И, ну, давайте предложение, может, посоветуемся, как говорится. Но здесь либо брусчатка, ну, либо асфальт. Все. Асфальт будет некрасиво, если здесь такой пятачок, а все брусчатка. Ну, такая брусчатка. Конечно, была брусчатка. Ну, хорошо. Вот, пускай нам будет тогда проект СОЖ, новое решение. Короче, делаем брусчатку. Кроме того, вот этот бурьян весь вычистить. Это я вас прошу. На следующий штаб вот полностью это все заросли. То, что смотрите, там сейчас копнуть еще. Там камера. Какие-то. Ну там какая-то камера. Теплокамера. Значит, ну, под камеру убирать не надо. Соответственно, вот то, что есть, естественно, заросли, все это убрать. Договорились, да? Так. То есть вы до понедельника, это серьезно, там фундамент еще. Это нужно прям вот заниматься этим. Завтра приеду, посмотрю.